Сегодня в Чувашии отметили День памяти великого чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Его имя навсегда вписано в историю как Чувашии, так и России. Выдающийся деятель культуры и просвещения дореволюционной России, талантливый педагог, ученый и мыслитель Иван Яковлевич Яковлев был человеком поистине нескончаемой энергии и большого таланта. Его усилиями чувашский народ не только получил дорогу к образованию, но и заговорил на своем языке на бумаге. Иван Яковлев создал современный чувашский алфавит и первый букварь. Перевел множество книг русских и зарубежных писателей на родной язык. Открыл около 400 школ, самая главная из которых – Симбирская учительская. Эта школа своеобразная, как университет. Здесь учились будущие чувашские композиторы, писатели, искусство. И именно вот они прославили наш чувашский народ. Константин Васильевич Иванов, который написал поэму «Нараспев». И Аким Степан Максимович Кошкинский, который создал чуваш кино. И драматург, композитор Федор Павлович Павлов. Сегодня имя Ивана Яковлева носит Чувашский педагогический университет и многие школы нашей республики и соседней Ульяновской области. В честь просветителя названы проспекты и улицы, профессиональные премии и именные стипендии. О нем мы в школе много разговариваем, читаем его сочинения, общаемся с людьми, которые знали Ивана Яковлевича лично. Мы считаем, что такими людьми, как Иван Яковлевич Яковлев, нужно гордиться и уважать, и почитать. Своим землякам выдающийся педагог оставил завещание, духовное обращение, которое призывает помогать друг другу, любить свою семью, защищать и оберегать родную землю. Рифат Фаткулин, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика.